Очень сильный трек, недавний, буквально, нам подарила группа Скриптонит в лице Скриптонита. Называлась эта песня «Снегопад». Первая песня в 2024 году. И тут же, сразу же, практически, выходит песня «Снова люди пойдут». И поэтому мы без всяких лишних прелюдий просто сразу же слушаем ее. Пойдут по зебрам, да, вероятнее всего. Зебры, которые типа вот пешеходные, наверное, и зебра, которые вот зверь, да, зебра, зебра. Куда они пойдут, люди? Каким образом? People will go again. Например, да, ну вот такая вот интересная у нас обложечка, претендующая. Как будто бы, если бы она вдруг, блядь, сказала без прелюдии, вот она есть, да. Если трек совпадает с облогой, мы безусловно заберем ее. Слушай внимательно. Продюсер by Скриптонит из группы Скриптонит. Интересно, как эксперимент, правда. Интересно, как эксперимент, но и по качеству звука здесь. Этот полушепот, он не обволакивает, звучит довольно плоско. Не знаю, что это за работа такая. Возможно, может быть, старая какая-то история. Не знаю, «Снегопад» гораздо сильнее песня. Не смог я проникнуться, к сожалению. Два. Да, работа со звуком. Вот бэк-вокал хорошо стоит, мейн капа. Я не знаю, очень сложно смотреть и разбирать такую музыку по критериям, потому что отсутствуют какие-то прямые референсы, да, для понимания жанров. В разном жанре разные сведения, без проблем. Я готов это принимать. Но вот исходя из музыки, достаточно, так сказать, понятной, ровной, мягкой, этой грусти и
отчетливо с такого довольно раскатистого бэк-вокала, хотелось бы Капу слышать по-другому, и здесь я не могу ей проникнуться, к сожалению. Музыка интересная, да. Арабские лекции, не, ну, это безусловно. Из того, что я понял, да, ну, трактоваться может по-разному абсолютно. Абстракция, 100%. Можно вкладывать в это потерю человека, что вот он, и объяснить, что я потерял, не могу. Типа, танцевать я не пойду, да. Можно перерос, или вдохновение потерю, или с музыкой какое-то ощущение, что угодно здесь может быть. Каждый вложит здесь свой смысл, к сожалению, не могу понять я. Грусть, да, то есть я чувствую, это прям вот так. Да. То есть это прям такая тема полностью. Это есть железно. Я готов поставить 9 баллов реально за погружение, за ощущение и за индивидуальность сумасшедшего, но за именно само по себе погружение, значит, вот этого, да, к сожалению, здесь я не могу понять этой истории. Еще раз, в любом случае, я готов послушать эту работу. Давайте, чтобы понятно было. Тренд 3. Да не знаю, 3, как будто 2 даже. Не припомню такого. Знаете, странное ощущение, вот вайб Нового года, который не удался. То есть Новый год, который ты празднуешь один в постели, может даже заболел, а может быть и нет. Но тебя как-то все хуёвит и все не так. И ты смотришь в окно и как-то все не так, тебя ничего не радует. Такой одинокий Новый год, короче. Не знаю, почему. Снег идет как будто. Взгляд в окно, снег идет, и ты какой-то одинок и грустный. Это мразь-то. Все танцуют, типа куда-то собираются, да, что-то по телеку там все орут. А ты такого одного тупишь, да? Да, такой. Ты что-то там переосмыслил, преисполнился или жестко загнался в каком-то тильте, да? И вот Новый год, короче. Если вдруг у вас такой, не дай бог, будет Новый год, вы знаете, что надо слушать в этот момент. Да, да, салюты стреляют, ты такой. Я не пойду. Такой взрослый холодный похуизм, короче. Типа разочарование в чем-то или такая глубокая такая какая-то печаль утрата или печаль неразделенности. До утра плясать снова люди поедут. Я 9, поэтому и ставлю. Можно оценить, браво. Объяснить, что пропало нельзя. Ну не меньше 4 пути. А уже не сломал. Разделить эту кровь с тобой. А скрипка вот эта. А скрипка вообще всегда будет жестко. С одной стороны динамика. То есть это фоновое, как будто
Как будто это веселье происходит у других людей, которые вот люди пойдут, да? То есть ты такой сидишь и нас смотришь, как все флекс. А это они все танцуют, да, вокруг. Возвращаемся к обложке, друзья. Возвращаемся к обложке. Что мы тут видим? Снова люди пойдут. И вот она, зебра, да? Такая подушатанная. Танцевать. Это музыка, по которой пойдут люди. Жизнь. Все в разные стороны, все ходят, да, и зебра, короче, раздавленная, по которой люди пойдут. Что-то, короче, какая-то вот неразделенность чувствуется. Но обложка работает 100%. Тут просто сложная музыка, тут открывается пространство для любых фантазий практически, если ты проникаешься, да, вот этим грустным вайбом, голосом, и вот скрипка, все струнные, да, работают. Тяжело, короче, собрать единую картину, ну, наверное, в этом и плюс. Зебра. Зебру забрали, короче. Обложка месяц. На продакшн. Ну, без скрипа продакшн так будет просто норм. Вот тут бэк-вокал тащит. Бэк-вокал, вокал. Музыка хороша, но так, чтобы вот прям тягаться, не знаю. Что скажете, друзья? Почему брали хит альтернатива? Потому что объединили, сделали хит, просто хит месяца. Есть хит и альтернатива, и мейнстрим все теперь является одним хитом. Освободили мы номинацию для фрешменов, бро. Для фрешменов. Чтобы не два хита было, а один хит, хит и фрешмены. Теперь у нас есть фрешмены. Посвечиваем молодых ребят. Например, вот. Сэмпл. Вокальный ты имеешь? Так-то скрип вроде, особенно вот в рамках этого жанра, этого направления, вроде не любитель сэмплов. А может быть, я ошибаюсь. Вокальный ты имеешь, что есть только. Майор Гром, да, буду смотреть обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Продюсер? Не знаю. Не думаю. Ждем развития творчества, которое уже развито и так не знаю до каких граней. Но в любом случае мы продолжаем надеяться на то, что это получит какое-то развитие. Понятия не имею даже в какую сторону.